Приветствую. Продолжаем наш квест. Я немного подкачался, как и обещал. С прошлого неудачного окончания игры. Нашел еще один большой лук для Пьетра. В общем, вот сами можете посмотреть. Здесь ничего нового. И нам совсем немного не хватает опыта до 5 уровня. Трем нашим персонажам. Снова идем в сектор C1. И на этот раз Дайна Лизард. Мы еще не сталкивались с этими динолизардами. Лизард-ящер. Дино-ящер. Попробуем. Но бьют они достаточно жестко. Благословение. Так, теперь ускорим Пьетра. Мощные твари, но абсолютно уязвимы к магии. Никаких особенно опасных навыков нет. Так, нужно мне сориентироваться, где я нахожусь. Так, немного не понимаю. Здесь лес, здесь горы. Что-то я потерялся совершенно. Так, смотрю на запад. Y3. X8. Да. 0. 1, 2, 3. 8. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. Ага. Да, все, я нашел, где я нахожусь. Зайдем в эту рощу, наконец.
О! Ну что ж, сразимся. Демонские собаки сильны, но они ждут своей очереди. Орки вытеснили их. И это нам на руку. Так, нужно теперь снова ускорить Пьетра. Лучше полечу себя, то есть Огнешку. Так, было 12 жизней, осталось 14. В общем-то, не зря. Усилю Серафину. И усилю Збигнева. Теперь будет легко. Три орка спят. Очень хорошо. Deserted Merchant Wagons. Deserted... Заброшенный или покинутый. Заброшенный... Так, купеческий... Вагон. Заброшенные купеческие вагоны. Обыскать? Да. О! Пещерный тролль напал на нас. Лучше уничтожать его как можно быстрее, поэтому я буду использовать заклинание первого уровня, но очень мощное. Тоже, что используют демоны. Energy Blast. Мы уже 4 уровня, значит, 4 очка магии будет тратиться и один драгоценный камень. Но урон от 4 минимально до 16 максимально. То есть 1-4 за единицу за каждый уровень. Energy Blast.
Очень хорошо. Новый эффект. Пшемик ударил. Попал по пещерному троллю, но оружие не вызвало эффекта. Это означает, что тролли имеют иммунитет к физическому повреждению. И пробить его можно только магическим оружием. Но все, кроме Пшемика и Дариуша, имеют магическое оружие. Дариуш в любом случае будет использовать магию, остается только Пшемик. Значит, будем блокироваться. Так, Збигнева. А, еще и регенерация. 1-3. Ох! 18 урона. Максимальный урон 14 единиц. Попробую героизм на Збигнева. Есть! Мы сделали это. Пещерный тролль повержен. Так, магия есть, ловушка есть. Ну, Пшемик. Ну, что ж ты так? Скейл плюс 1. Позвольте проверить. Это броня. Scale Armor. Все, кроме колдуна, могут использовать. Защита 3. Scale плюс 1. Соответственно, 4. Угу. Так, убью тролаты. Chainmail имеет защиту 5, то есть больше. Lizard Armor у Серафины и у Пшемика, а также у Огнешки. Чаще всего в бою участвует Серафина, так что отдадим ей. Скейл плюс 1. Лизер Армор, кожаная броня. Кажется, защита 2, да. И эквип. Scale plus 1. Угу. Так, отдохнем. Ах, глупый Пшемик, почему же ты не смог вылечить? Ой, обезвредить эту ловушку. Не такая уж она опасная. А, точнее, не такая уж она сложная была. Как раз таки опасная. Придется бежать в город. Лечиться.
а заодно сохраниться, чтобы не потерять чешуйчатый доспех. Scale Armor плюс 1. Restore Health. Да, деньжат, как видите, тоже заработал неплохо. И драгоценных камней. Внимательный зритель уже догадался и помнит, что когда мы заходили в замок, нас выгнали как крестьян, потому что у нас не было купеческого пропуска. И в заброшенных купеческих погонах наша основная задача найти купеческий пропуск. Лучше, значительно лучше в таких боях усилить наших героев, чем наносить прямой урон. Тем более, что у Гаргулий, насколько я помню, очень мощная магическая защита в первой части Might and Magic. Героизм на Збигнева также не будем жалеть использовать, хотя он тратит один драгоценный камень. Но нужно повышать шансы на успех, на успешный исход боя любыми средствами. Так, усиливаем Серафину. Монстра. Да, магическая защита и бонус при касании. Бонус он дочь. Железный сундук. О,
О нет, опять. Отравленные клинки. Ты издеваешься надо мной, пшемик несносный. Когда же ты наконец? Перестанешь смотреть по сторонам во время обезвреживания ловушки. Так, не туда. 1, 3, 6. Отравлены. Пётр, Серафина, Дариуш. Продам щит. Лизер Армор. Кожаный доспех. О нет. Только этих тварей нам не хватало. Отдохнуть. Ну ладно, на еде экономить не стоит, всего лишь 5 монеток стоит. Да вы издеваетесь надо мной. На том же самом месте. Но на этот раз удалось сбежать. О! 2 огра. Жизни нормально, героизм. На Збигнева жестко бьют эти монстры. Так, один есть. Себя полечим.
И скоро он... Да. О, нет. На нас напали во время отдыха. 4 гиппогрифа. И разлагающийся труп. Я не встречался. Мы еще не встречались в этом прохождении с гиппогрифами. В общем, попробуем. Что? Уже? Но умирают-то они неплохо. Но огнешка без сознания. Похоже, у нас нет шансов. Да. Бежим. Есть. Мы удачно забежали. Три пещерных тролля. В прошлый раз был один. Похоже, что на этот раз нам конец. Так, ну попробуем. Хотя бы для приличия. Посражаться. Очень жесткий урон. Да. Такой гандикап нам совсем не нравится. Так, Серафину, пожалуй, поднимем. Так, 20. 29 уже урона нанесено. Поднимаем Збигнева. Регенерация, только не промахиваться. О, очень тяжелый бой. Есть, один тролль остался. Должны справиться.
Проклятие, закончились очки. Теперь будет значительно тяжелее. Что мы можем использовать? Сон, либо огненную стрелу. Ну хотя бы. Хотя бы так царапнуть. Так, у огнешки еще 7 очков. Постоянная. Ага. Так, надо лечить саму себя. Постоянная регенерация в купе с промахами делают ужасные вещи. Блокируйся. Бей. Все, закончились очки. Последняя. Выстрел. Удар. Удар. Выстрел. Удар. Есть. Это была тяжеленная победа и 450 единиц опыта. Столько мы еще не получали. Так, ну теперь самое главное — успешно отдохнуть, чтобы на нас никто не напал. И нам вот это удается. Пшемик. Оторвать бы тебе руки. Снова. Отравились из-за него. Так, уходим отсюда. Сейчас. Из-за нашей вот такой беготни туда-обратно, из локации в локацию вагоны-то обновляются. В смысле, их можно снова по новой обыскивать, и там снова будут. Пещерные, либо Cave Trolls, либо Hill Troll. Это холмовые, что ли? Или равнинные тролли? Равнинные, скорее всего. Но если взглянуть на карту, можно увидеть, что в этой роще находится 6 вагонов. Мы уже посетили 3, да, 3 вагона. Осталось еще 3. Вообще, конечно, я знаю, какой вагон правильный, в каком именно можно найти пропуск, но я решил немножко подкачаться.
Ну а на этом пока все. В следующий раз мы зайдем в два оставшихся вагона, в которых есть лишь монстры, и зайдем в третий и последний, посетив тем самым все 6 вагонов купеческих. И если мы будем удачливы, то получим пропуск в замок. Оставайтесь с нами.